Спасибо. Здравствуйте. А в связи с чем перекрытие дороги, подскажете? Ну, в связи с чем перекрывается дорога? Мероприятие какое-то проходит или что? Скорее всего. Ну, а вы не знаете? Там команду дали. А кто дал команду, не подскажете? Ну, должностное лицо какое-нибудь. Управление, позвонить? Я звонил уже вам по 5 телефонам, там никто не отвечает. Ну, вот. Ладно. Ну, там маячки включите, пожалуйста. Мы на пешеходном переходе на ставке безопасности. Люди разные. Тротуар, отойдите, пожалуйста. Ладно, хорошо. Вы маячки включите или обращение вам написать? Могу включить, если вам нужно. Включите, просто чтобы я жалобы не писал. Понимаете, я не имею права оставить транспортный средств без прироста. А если я включу, я буду в ней в нем сидеть. Почему? Потому что устройство так предусмотрено, что аккумулятор не забился. Технически состояние транспортного средства не позволяет это делать. Ну, тем не менее, в правилах дорожного движения вы сами знаете, наверное, что написано. Что отступать от правил дорожного движения имеет право при выполнении неотложного служебного задания. В конусах нету, в правилах. Так, инспектор у нас не представился, когда я к нему обратился. Но маячки включил, что похвально. Не знаю, кто ему что запрещает. Это, конечно, минус. Ну ладно. Пойдем дальше. Пойдем. Найдем площадку, да. Это по Южному административному округу ДПС, да? Да, 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 слушаю. Добрый день. Я хотел бы уточнить. Вот нахожусь сейчас на Крутицкой набережной в районе 25-го дома. Там вот сотрудники ДПС перекрывают набережную дорогу. Мне хотелось бы уточнить, в связи с чем это происходит. С мероприятием связано, там проезд сейчас идет. А как мероприятие называется, или вот в двух словах, что вообще происходит? Мероприятие по проезду, спецпроезд. А, то есть какой спецтранспорт проезжает, в связи с этим ограничивает движение, да? Да. Вот. Ну, собственно, спасибо, все, что я хотел уточнить. И просьба к вам, донесите до своих сотрудников, чтобы они это тоже знали, а не то, что они не знают ничего там. Им сказали, они стоят. Хорошо. Спасибо. До свидания. Да ладно, они догадались. Да ладно, вы догадались, да? Машину туда переставить, чтобы тут люди не разворачивались. Еще хуже будет. Ну, не знаю, по мне так там лучше. Вам вот здесь пройти лучше, да. Да. А там еще больше пробка будет. Ань, уйди с дороги. Это самое. Ну, я посмотрел в дежурную часть, это мероприятие проезд спецтранспорта. Вот, чтобы вы знали. А то ваш напарник сказал, что вы не знаете. Ну, просто не обязан вам говорить. Вы обязаны. Обязаны. Сказали причину, а какая? Ребенок, Аня, рядом со мной, иди. Иди сюда. Вам сказали причину, а какое? Нет, на самом деле... Почитайте статью 5, пункт 7 закона о полиции и 24 статью Конституции. Говорить как раз обязаны. Ознакомливать граждан с... Вам вас ознакомил. Более того, ознакомливать граждан с документами и материалами, ограничивающие права. Да. Вот. Ладно. Ну и, собственно, передайте напарнику, чтобы представлялся в следующий раз. Ну и вы тоже. Если хотите, можете исправиться. Вы ко мне подходите. Да. Если пункт 5 статьи 5. Если бы я к вам подошел, я вам... Это был бы 4 пункт 5 статьи. А когда я к вам обращаюсь, вы тоже обязаны первое, что сделал, представиться. Это вы мне должны представиться, так вы ко мне обращаетесь. Я же к вам подхожу. 17-1-0-1. Давайте. Я вам представился. Командир взвода, значит, на полиции смотрел. Вот, Иван все. Иванович. Все. Нагрудный знак, видимо, сделать, и вообще нарушений не будет. Вообще не будет. Не могу его сделать, так у меня рация. Рация, пожалуйста, да. Рации у вас много. Можете заснять его. 50-54. Все, отлично, все. Очень до свидания, хорошо. Всего вам доброго. Да, да, да. Спасибо. Вот, видишь, Ань? Исправили, да? Молодцы. Ань, молодцы же полицейские, когда исправляются. И когда по закону работают, да? Никогда не видел, как пожарные тушить пожар.
Ну еще увидишь. Хотя я надеюсь, не увидишь. Пожар — это такое дело, не очень хорошее. А, ну, пойдем дальше гулять. Полицейские догадались, что на развороте встать будет лучше. А не перекрывать на пешеходном переходе дорогу, чтобы там люди разворачивались. Я надеюсь, у них все-таки что-то отложится в голове.